Ну а теперь информацию, которую нужно взять на вооружение автовладельцам. В Красноярске на месяц перекрыли улицу Московскую. На участке от Мичурина до переулка Короткий будут ремонтировать трамвайные пути. Как говорят специалисты, это поможет снизить уровень шума и вибраций. Из-за работ поменяется схема движения общественного транспорта, 8 автобусных и 2 трамвайных маршрутов. А трамвайный маршрут номер 2 вообще будет закрыт до 15 сентября, так что учитывайте эту информацию.